Такие свежемаринованные кабачки – прекрасное дополнение к мясу, к рыбе, к картошке, да их даже просто вкусно с хлебом. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Часто такое бывает, что гости должны прийти. Вот уже скоро на пороге, а закуска, именно закусочка нужна. И ничего под рукой нету. А сейчас время кабачков, друзья. И вот маринованные кабачки, свежемаринованные кабачки. Мне кажется, лучше не придумаешь. Сегодня мы с вами, друзья, попробуем прям вот это на скорую руку называется. Быстро маринованные кабачки. Так хорошо к столу, к закусочке-то. Итак, поехали. Но для этого, конечно, необходимы молодые кабачки. Помойте их, обсушите и тоненько нарезаем. Вообще кабачки можно кушать даже свежими, кто не знал. Вот посмотрите, какими тоненькими пластиками я нарезаю. Почему такими тоненькими? Да, они быстро мариноваться будут, друзья. Очень быстро. И вот так вот весь кабачочек. Есть специальные шинковки, которые нарезают вот так вот очень тонко. Или острый нож. Так, кабачок порезан. Отправляем все в миску. Теперь кабачки необходимо присолить и хорошенько перемешать, чтобы они пустили сок. Для маринада смешать чеснок, черный перец, яблочный уксус, можно обычный. Мед. И растительное масло. Хорошенько перемешать. Так, прошло полчаса. Посмотрите, сколько жидкости выделилось. Итак, кабачки слегка отжимаем и перекладываем в отдельную чашку. Теперь заливаем маринадом и хорошенько перемешиваем. Теперь добавляем мелко порезанной зелени. У меня укроп. Еще разочек перемешать и отправить в холодильник, закрыть пленочкой, отправить в холодильник на пару часов. Итак, друзья, прошло 1,5 часа, я уже не выдержал. Я полез в холодильник и достал. Посмотрите, тут столько, столько маринада, и они стали очень мягкие и очень нежные. Я уже не удержался. Я уже хлеб отрезал. Буду пробовать, друзья. У меня аж слюни бегут. Я даже не ожидал, что так вкусно будет. Все, друзья. Действенный рецепт. Берите на заметку. Можно приглашать без всяких гостей. Сейчас сам буду есть. Пока-пока.